Звук пожарной сирены. Перед районной администрацией толпа людей. Спешим успокоить. Это не пожар, а специальные учения. Единый день тренировок по эвакуации и отработке навыков действий при возникновении условного пожара прошел по всей Московской области, в том числе и в Щелковском районе. Такие тренировки будут продолжаться дальше. Это необходимо для того, чтобы мы все понимали, что у нас Евгений Николаевич так системный, и он не позволит никому из нас погибнуть. Даже подумать об этом не позволит никому. Поэтому они будут продолжаться. Я прошу внимательно отнестись к этому с ответственностью, знать схему эвакуации и, соответственно, по ней работать. На площадке перед зданием с работниками администрации был проведен инструктаж по правилам противопожарной безопасности. Отмечалось, что такие тренировки направлены на выработку у людей навыков самостоятельных, быстрых и безошибочных действий при возникновении угрозы пожара и чрезвычайных ситуаций. Оценка по эвакуации пока еще хорошо, но мы будем совершенствоваться, значит, будем уже еще элементы включать, это погрузка там документов, документации, значит, погрузка команды и все прочее. То есть детализируя всю эту вот работу по эвакуации администрации и именно людей, спасение людей, оно сейчас идет на высоком уровне. Тренировки прошли и в объектах культуры и спорта, здравоохранения, образования, социальной защиты и иных с массовым пребыванием людей, а также в торгово-развлекательных комплексах. Вот сотрудники и посетители одного из таких центров по сигналу тревоги оперативно покинули рабочие помещения, что заняло по времени не более 5 минут. Мы находимся в мебельном центре «Комод». Здесь и в торговом центре «Касторама», который находится рядом, проводится учение по противопожарной безопасности. В мебельном центре при включении тревожного сигнала действующая здесь охрана оперативно вывела всех покупателей на улицу через дополнительные выходы. Одновременно были отключены все лифты, эскалаторы, и сотрудники охранной организации приступили сразу к эвакуации людей. В другом центре торговый день был в самом разгаре. Здесь пришлось эвакуировать больше 1000 человек, но это не вызвало ни паники, ни каких-либо недоразумений. Мы тренируем действия персонала, навыки, порядок, правильность, подсказываем на какие-то нюансы, которые стоит учесть в дальнейшей работе, да, при эвакуации. Я думаю, что это правильно, потому что системы должны проверяться периодически, и люди должны быть уверены, что если, допустим, будет какой-то пожар, какое-то задымление, что они будут в безопасности. Я думаю, что это действительно правильно на самом деле. Тренировки по правилам противопожарной безопасности и действиям в условиях чрезвычайных ситуаций во всех поселениях района будут проводиться ежеквартально. Андрей Цеханович, Валерий Жиглей, телерадиокомпания «Щелково».